Так, сегодня у нас тут база вот такая вот за 9,50. Муранское стекло. Китайское. Типа горшочка что-то такое. За 3,50. Китайским я не связываюсь. Вот такая вот красота. 13 евро. К сожалению, листочек уже откололся. Это у нас Италия. Кападимонте. Вот такой вот тоже цветочек с двумя голубями. Кападимонте. Сколько стоит? Цены нет почему-то. Цветочек тоже поломанный, кончик, к сожалению. И вот такой вот шикарнейший букет. Офигенно. Тоже уже вижу обломанный, здесь обломано. Да. 20 евро стоит. Тоже. Димонте. Такая шаль под торты на ножке. 4,50 стоит. Чайничек. Айхенбах. Еще в хорошем состоянии, не обтертый. Стоит 5 евро. Этот кофейник. Кофейник. Чайник там внутри дырочки. Тарелочка настенная. Уточка. Это у нас Розенталь. Стоит 5,50. Глубокие тарелки. Кёнигсайт. 2,50 стоит за одну. Маленькая 50 центов стоит. И рулетница там лежит. Тоже евро 4 надо стоит. Чайная двойка пара. Финны Бонна Хина. Ну, вся уже потертая. Это у нас розетка. Стоит 6,50. Это у нас Фучеройтер. Конечно, дороговато. На Флюмарте такие за евро можно купить. За штуку. Вазочка от Баройтера. Баройтер. 1 евро стоит. В миниатюре.
Глаз ваза 15 евро. Стоит. Внутри как белая. Снаружи зеленая. Такая шаленочка. Шельхин. Это у нас лаймер. Стоит over 50. Я его сразу беру. Какие-то птички. 2 евро. Хвост обломанный. К сожалению. Кошечки. 5,50. Такая девочка. 2,50. Собачки. 2 евро. 4,50. 4,50. Тоже без клеймов. Типа под соль от Вильрой Бог 5 евро стоит. К сожалению, одна. Была бы еще сахарница, можно было в паре взять. Так, это у нас такая вот супница. Тоже надо фаянсовая. 15 евро. Птичка лесная, забыл, как фазан, что ли, с боков. Такая вот отвратительная морда. 3 евро. Так-то можно было взять, конечно, но нет. Я уже там переворачивал снизу. Клейма никакого нет. Стоит 15 евро. А может, старенькая штучка. Вот такой вот подсвечник ручной с стеклом. Туда ставится свечка, такая как фонарь. Шкатулка сонится 4 евро, правда уже вся надколота крышка. Так, недорого можно было взять, но надколоты, к сожалению. Еще один подсвечник такой здесь, 20 евро стоит. С колбой. Здесь внутрь вставляется свечка, и она потом горит и выталкивает свечку наружу.
еще такой вот типа тазик, и что-то стоит 45 евро. Сейчас посмотрим штемпель. Ничего не понять, короче. Без очков. Такой вот. С ручками. Типа кувшина. Так, ваза. Большая такая, объемная. Цветочки. Это у нас второй сорт, наверное. Непонятно. Без очков не прочитаешь. Р какой-то. Может, что-то и она и стоит. Цены даже нет на ней. Цены даже нет. Узнать, сколько стоит. Видно, старенькая вещь. Так, это у нас чайник с чашками, 6 чашек и чайник. Какой-то крапленый фаянс, наверное. Фирма КГ. Мне ничего об этом не говорит. Наверное, какой-нибудь китайский или японский. 4,50, чашки по 50 центов. Нет унтертассы. Унтертейлер, то есть. Мам. 30 центов. О! Молочник красивый. 50 центов, но... К сожалению, нет штемпеля, клейма никакого. Еще один китайский наборчик, сервис. Как яичная кожура, тонкий, легкий такой. Вот какой-то у нас соусник. Это у нас лайнер. Такое золото есть, 3,50 стоит. Сейчас этой фирмы нет уже. Закрылась Ваймер. $3,50 стоит. Были бы цветочки, другое дело. Можно было взять. А так, хоть и Ваймер. Такие вещи обычно никому не нужны. Некрасивые. Тарелочка. Финстернберг. Такие уже видел, да, точно. Вот рядом. С фруктами.
это у нас Розенталь. К сожалению, потрескана. Золото уже постерто. Так, здесь бананы, фрукты, это уже от Томаса. Томас. Так, это у нас рулетница. 6,50 стоит. Это уже, наверное, фаянсовый. Стоил 44,50 в марках. Вот такой вот по тесту клеймо. Вайстербах. Германия. Старенькая вещь, старенькая вещь. Еще вот тоже от нее же, от этой фирмы. 7,50 стоит. Под торт, наверное. Да, здесь уже клеймо. Вахтерсбах. Вахтерсбах. Прикольная вещичка. Это какая-то пицца. Это бештемпель. Ну, вот это интересная штука, конечно. Фаянс. В то время 44,50 стоило. Наверное, возьму я ее. Здесь у нас 2,50 стоит лучная роспись от Кало ГДР Цвебельмустр. Чайничек 6,50 фаянсовый. Интерлинк 80 центов. Интертеллер. Интертас. Это интерлинк. И сахарница есть, молочник 2 евро. И сахарница 2,50. 6 чашек. К сожалению, 5 тарелок и 5 больших, неполный комплект. $3.50. Керамика или фаянс? Дек Хельга, как типа ржавая разукрас. Какие-то фанфорики. Кто-то малевал. Всякие винные
бокалы стеклянные. 50 по 80 центов. Полно. Всякая такая металлическая утварь, подсвечники там. Формы. Всякая мелочевка здесь. Посуда какая-то 9,50. Компотница уже, под компот, наверное. Огромная. Да, под компот стоят внутри. Чашки. Здесь ничего нет. Ваза 2,50 какая-то китайская. Интересный кувшинчик. Ручкой. Видно, что старенький. Фаянсовый, наверное. Керамический, не знаю. Вот еще я такой вот. 8,50 стоит. 80 центов. Керамика. Ваза 4,50, керамическая. Тоже старенький уже. Тут лежат из дерева вещи, изделия разные, типа розеток. Да, 4,50. Коробочки. Здесь какие-то солдаты валялись. Одна только половина, второй нет. И то отломано. 8,50 стоит. Картина.
15 евро стоит. Чья там мазюка намазана. Корзинки всякие, кошелки, коллекционная. €45 стоит эта картина. Кто-то намалевал. Подержанные телевизоры старые. Здесь вот куклы старинные всякие, фарфоровые. Клоуны. €6.50, €4.50. Мальчонка 6.50. Какие цены? Мальчик 4.50. Все из фарфора. Девочка. Разные лица. Голубые глаза. €4.50. О, деревянный Буратино. Керамическая голова уже треснула, это с мимикой. Клоуны. Всякие мелкие. 5.50. До этого они были по 9, по 10, по 15 евро. Сейчас уценили. Видать, никто не берет. Уценили все. Уже стали дешевые.